I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Андрюхи на сервере, и сегодня я решил забежать, хочу потестировать у него некоторые герои на запределье. Плюс мы сегодня с вами опять откроем вот эти вот карты и посмотрим, что же с них упадет. Вот мне интересно посмотреть, какой будет дроп. Мы в прошлый раз открывали с вами 31 карту донатную. Сейчас их осталось 12. Плюс добавились еще новые карты. Посмотрим, какие шансы. В общем, поехали. Такс. У него есть интересные сборки героев. Интересно будет на них посмотреть. Ну и вам, думаю, тоже полезно будет посмотреть. Так, вот такой вот у нас будет Зефир. Ворожей. Сразу римочку поставлю. Ворожей. Рейка 15-я. Тоже со спектром. Так, ворожей Зефир. Есть. Дальше. Лис. Тоже максимальная прокачка. Надо будет, кстати, его тоже достануть. Так, ставим ремочку. Такс, божество. Пока будет такая сборка. Божество. Конечно же, новый герой. Да, без него. Так, у него огненки нету, к сожалению. Так, есть. Он словил ему все-таки, добил уклонение. Да, полностью фуловый. Такс. Давайте сейчас соберу героев. Ты чувствуешь, что вообще просто жесть. Я, знаете, такой себе забежал. Сейчас пофармлю, посмотрю на героев, какие сборки, все дела. Просто кайфовый аккаунт. Ну, пойдем начальный проходить, что делать. Хоть что-то надо пройти. Жесть полная. Так, ну я думаю, нам тут всех этих героев не надо будет, но мы все равно возьмем, потестируем эту пачку всю. Вот это облом. Да. Так, спробуем. Собираем. Так, отлично, собраны, поехали. Ну, против таких героев, я думаю, мы тут быстренько все пройдем. Но пипец. Целую неделю придется ждать теста. Вот Андрюха ленивый. Весь просто. Я усиление тут без разницы, какие тут такими героями просто пролетается это все. Блин, обидно.
Я тут себе уже планы настроил, сейчас нормально пофармлю, посмотрю на героя, кто как живет. Максимум, что мы начнем собирать, это некроса. Жесть. Так, отлично. Первый этаж прошли. Поехали, пооткрываем плюшки. Такс. Ну, эти мелкие, понятно, это самые обычные простые карты. Так, третья. Ну, отсюда, конечно, самое топовое, это Фрея. Две Фреи на Айсе упало. Нифига себе, нормально так. Блин, круто. 8 карт, 2 Фрея, это, конечно, жестко. А, так, ну что, какие будем? Так, у нас бесплаточка. Панда-разрушитель. Давайте ради интереса. Давайте пятый откроем. Посмотрим. Вот пятый, интересно посмотреть. Какой же все-таки шанс и дроп будет с этих карт. Так, что у нас тут есть? Оккультист, Фоба. Ну, оккультист, Фоба, их можно уже и так собрать. Ну, отсюда самое интересное, это, конечно же, мастер. Так, Фобушка. Скитарец. Еще один Фобушка. Ну, что тут Фобушки за сварен? Ладный. Да, здесь в большинстве случаев, как видите, Фобушка падает. Три штуки Фоба. Мишаня и Мастера Руна. Четыре Фобушки. Сколько? 9 карт было? С 9 карт. Печаль, печаль. Поехали дальше. Не очень. То есть отсюда достать, вы понимаете, какой шанс. Такой же, как и с остальных акций. Блин, конечно, жестко, что у него не зафармлено. Я уже думал. О, нормас. Смотрите, какой уже второй этаж. Пойдет. Это второй этаж первого левела. Уже зефира. Ну, тут они вряд ли что-то сделают. Но зефиры пошли плотненько, смотрите. Жестко. Так, ну, красавчики добили. Хорошие противника пачки. Но вот что я взял этот аккаунт посмотреть, здесь у него спектры стоят на героях. Я у себя под архидемона попереролливал некоторых. Ну, вы понимаете, туда-назад бегать, это заебешься. Хоть этих коробок 50 тысяч, но все их открыть, это такой жесть. Такая жесть, просто пипец. Так, отлично. Ну, тут, я думаю, на первом этаже нас сливать не должны. Ну, все может быть. Тут все, что хочешь, можно ожидать с такой силой. Так, поехали дальше. Кто-то просел. Но спектр четенько работает. Лисица, нифига себе. Вот это противнички у нас уже. Второй этаж только заканчиваем. Жестко.
Ну, они вроде и не бьют так, как на третьем. На третьем там дамажит сильно. Тут это не страшно. Так, поехали. Давайте откроем донатные карты. И напоследок оставим вот эти вот. Бездонатные, условно, для бездонов больше. Так, поехали. Открыть. Дуэлянт. Ну, второй дуэлянт, блядь. 10 карт открываем. Да пиздец. 8 дуэлянтов. 8 дуэлянтов с 12 карт. Ну, Барт и Мэри по 2. То же самое, что и в прошлый раз я открывал. Это просто какой-то трэш, блядь. И они говорят, что рандомчик там, ну, шансы на последних героев, ну, просто никакие. Жесть, короче, ребят. Просто жесть полная. Поехали, добьем. Вот от этого должно бомбить просто. Вот. Насколько IGG делают все не для людей. Вот просто, ну, сделайте нормальные карты, сделайте шансы там. Все донатные герои, они все одинаковые, по сути, по цене. Сделайте нормальный шанс, и все будет good. Нет, блядь. Просто офигею. Чё за прикол? Кого мы там убить не можем? Слили, думаю, нифига себе. Тут мы таким составом еще кого-то не сливали. Вообще был бы трэш полный. Так, отлично. Изи просто тащим. Первый этаж. Топовыми героями. Такс. Ну, проседает, я смотрю. Этот начал проседать. Хотя он в фуловой сборке. Так, что за фигня с этими ЛПНами? Задрали уже. Не дадут нормальную музыку послушать. Нафига это было этот... контакт блокировать, блядь, безопасность. В итоге нормально ни музыку не послушать, ни посидеть. Поэтому кому надо что-то срочное, пишите в телегу. В телеге я чаще есть. Такс, ну давайте. Нифига себе, вот это вот начали мы уже немножко проседать. Что, они хотят сказать, что у нас кто-то сдох? Нифига себе, ворожей ушатался. Не, ну это жестко. Ну, на этой пачке, я надеюсь, мы уже затащим. Жесткий трэш. Топ-аккаунт фармит, блять, некроса. Это просто жесть. Так, ну тут я смотрю, жестики, жестики прям. Спектра тащат. Попроходим Андрюхи хоть эти локации. Фига себе там у нас слилось. Мы уже не увидим. Такс, хорошо. С этим разобрались. Поехали, ребятушки. Жмакаем. Что отсюда у нас падает? Ну, конечно же, отсюда. Феникс, круто, космо, землеройка. Остальное все такое. И чик. Одна землеройка. Ну, такой себе дроп, честно скажу. Ни фена, ни космо тоже не видать. Видимо, на них тут такие шансы, что хрен достанешь. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию Асгард, АС-сервер, кидайте заявочки. Активная топовая гильдия для донатов. Все, всем удачи, всем пока.